мене, сколько Вера тебе лет? Спитай мене. Верочка, сколько тебе лет? 18 лет и 20 зим. Я тобі, Леночка, скажу, що всі жінки діляться по категоріям. Запам'ятай, у 20 років жінка як Азія, знойна пилка гаряча. 30 років як Америка, всім відкрита, легко доступна, але дорогая. 40 років як Росія, любить випити, погуляти і чужі границі лізе. 50 років жінка як Франція, романтична. 70 лет женщина, как Англия, аристократична. 80 лет женщина, как Монголия. Есть история, но нет будущего. 90 лет женщина, как Афганистан. Все знают, где, но боятся туда лезть. И в 100 лет, как я, Украина, вільна, незалежна, самостійна. Мужчины тоже, знаете, 28 марта, без обиды, для меня мужчина, для меня, это бесполезное домашнее животное. Во-первых, девочки, во-первых, грудь без молока, яйца без скорлупы, мешочки без денег, что-то этих 70 грамм колбаски скотину дома держать. Мужчины тоже делятся по категориям. Запоминаем, у 20 лет мужчина как флейта. Настраивается 2-3 минуты, играет целую ночь. 30 как скрипка, романтично, красивой до утра. 40 лет как тромбон, вдумчиво, сердито, но недолго. 50 лет как пианино, сам настраивает, играет другие. Тише. 70 лет як контрабас. Не грає, не настраїться, то пугає. Я, девочки, скажу, що... Тихо. А ви знаєте, так вийшло, що я мікрофон не взяла. Да. Ну, я без мікрофону... Да. Вам хорошо. Да. Знаєте, мужчина з возрастом становиться багатше. Серебро в волосах, золото в зубах, камні в почках, сахар в крові і недвижимий штанок. Ви